Знаете, ко мне часто подходят люди и говорят: «Эй, Брюс, мужик, отлично выглядишь». Я отвечаю: «Ну да, и что дальше?» Почему-то никто не говорит, что Брюс невероятно крут, потому что у него вместо руки бензопила. И знаете, это ведь правда. Но должен признаться, иногда я мечтаю о полном комплекте, о двух крюках из мяса. Натурально. С вас 3,75. Окей, мне это не нравится. Не парься, это безопасно. Почему вы не можете подать деньги настоящей рукой? Потому что она держит айс латте. Ясно, но почему вы не можете поставить айс латте на стол? Слушай, мальчик, я не хочу ставить айс латте. Просто возьми деньги. Моника, что делать с пилой? У нее обед. Ладно. О, жаркий денек для твоей лохматки. Не поняла. Можно? Думаю, да. Не волнуйся обо мне. Я умею обращаться с животными. Кстати, судя по всему, ты тоже умеешь обращаться... Нет, нет! Боже мой! Ты охренел? Ох, ну что я могу сказать? Она непослушная. У тебя же есть настоящая рука! Дамочка, это рука для другого. Спасибо, что пришли. Следующая песня идет из глубин моей души. Прощай, любовь. Чувак, это уже седьмая гитара. У нас больше нет. Да песня, все равно отстой. Чувак, ты целый день дымишь мне в лицо. Дай затянуться. Оу, чё за херня? Черт. Хороша. Почему ты не мог взять настоящей рукой? Ты дебил, Брюс! Знаешь, человечество в безопасности, но я так одинок. Одинок по ночам. Эй, ты клеишь мою девушку? Что если да? Маслоголовый. Если ты клеишься к моей девушке, то берегись. У нас проблемы. У нас проблемы? Минутку. Потанцуем. Обманываю. Это охрененная штука. О, Брюс, я аж вся намокла. Пойдем отсюда. Потанцуем без штанов. Отлично. Однажды неизвестный бариста отомстит тому, кто изувечил и изуродовал его. Тому, кто отнял его правую руку и достоинство. Эй! Извините, я заказала двойной обезжиренный фраппучино без кофеина и пены. Готово? Да, конечно. Пожалуйста, не трогайте чашку своей культей. Моника, у нас есть чистые чашки? Эти в крови.